О, мир вашему дому, друзья. Вот тут, можно сказать, не кто-то скажет, занимаетесь ерундой. Вроде как не ерунда, но дело нужное. Хотя можно было бы что-то придумать и лучше. В общем, емкости вот эти вот, ну, слабенькое железо, прохудилось уже кое-где. Такие вот микродырочки. И получается, что воду-то и не держит. Вот, поэтому я решил продлить их немножко срок жизни. Купил там вот за 500 рублей такой, это как это называется, гидроизоляция наружная. Вот, и сейчас в это покрываю бочки снаружи и внутри. Это, конечно, временная мера, вот, но пока ничего другого нету, поэтому приходится вот тратить время, заниматься. А воду, эти бочки поставим под дождевую воду. Ну, в принципе, даже если долго дождя не будет, можно и такую воду набирать, просто чтобы она держала воду, потому что стоит бочка, и внешнее воздействие, и как бы это ржавеет, понятное дело, хотя вроде ставим, понятно, не на землю, но вот. И такой способ достаточно рабочий, он работает, способ, я уже попробовал. Где-то, где дырочка посильнее, значит, это обрезаю, такую заплаточку ставлю снаружи, внутри, и нормально. Если вот так поставить ее, как говорится, не терзать сильно, то надолго еще хватит, на какое-то время. Вот. А вообще я планирую купить такие еврокубы, кубовый бак пластиковый, вот, покрасить его в черный цвет. И, значит, уже наметил место, крыша большая, например, сарая, дождя очень много, дождевой воды, и чтобы она собиралась, значит, эти баки можно между собой соединить их. Вот, и там, ну, либо какую-то огромную емкость надо покупать, но, к сожалению, пока вот средства не позволяют, чтобы какую-то огромную емкость покупать. У дома два ската, на каждый скат можно сделать тоже евробак. Кто тут помогает? Котик? Да нет. Котик ест косточку. Ты ему косточку принес? Да. Ну, для этой работы, конечно, надо какую-то соответствующую одежду погрязнее, потому что в любом случае может капнуть, гудром потом не выведешь. Вот. Поэтому, ну, если вдруг что заморал, выкинул, и не жалко. Какая-нибудь старая одежда. Надеюсь, что все это послужит нам. Вода – это жизнь, и вода очень нужна. И вообще обещают лето жаркое, поэтому пока сухая погода, мы заранее подготавливаем, сейчас все высушим, все расставим, и это будет один этап. Ну, дальше, как говорится, с огородом параллельно будем уже начинать копать, садить. Так, ну все, Варлам начинает.